нами! Победа за нами, за куклами! Снег и стужа ни по чем! Все призывы заберем! Единственный понедельник, это у них выходной, когда они в свой выходной могут, так сказать, начать какие-то соревнования. Сейчас лыжи. Мы участвуем как поддержка. Мы будем участвовать в теннисе, скорее всего, будем настольном. Но здесь мы будем активно участвовать, поддерживая наши команды. Тут собрались неравные силы в этой борьбе. Куклы, молодежный театр хорошо подготовились, взяли бубны, маракас. Всей семьей, да. Вот Иван Михайлович тоже подготовился к этому празднику. Видите, какой важный. Это жизнь, потому что во имя театра, за театр. И я вообще люблю такие подвижные виды спорта, люблю лыжи, и это ж классно.